Друзья, приветствую всех на своем канале Science Now Alex. Мы продолжаем играть в Stray и немножко напомним события, которые у нас случились в последний момент. Это нас подставили. Нас подставили, а может быть и не подставили. Ну, в общем, мы попались в ловушку по факту того, что пытались спасти Клементину, но и непонятно совсем, то ли это ее пытались заманить, то ли нас, и мы просто оказались не в том время, месте, не в то время. Ну, что ж, ничего не меняется, мы сидим в клетке, и нам нужно отсюда выбираться, поэтому желаю вам приятного просмотра. На этом я свою речь заканчиваю, и, как всегда, проходим с минимальными комментариями, поэтому погнали. Умный код. Так, у нас локация тюрьма. Очень странная локация. Где это она находится? Под Мидтауном, что ли?
Так, ну что ж, с тюрьмы выбрались, и я так понимаю, вернулись куда-то обратно в метро. Идем назад, что ли, в город? Я не понял немножечко вот эту вот развязку. Вы же, по сути-то, ничего особо-то и не сделали. Восстановили подачу питания. Ну вот на этом заканчивается тюрьма, друзья. Добираемся в центр управления, но это уже будет совсем в другом ролике, поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.